1,5 миллиарда рублей на обновление транспортного парка Самары за последние 20 лет – рекордная сумма. В преддверии чемпионата мира по футболу столица региона закупит трамваи и троллейбусы нового уровня, комфортабельные, с кондиционерами и розетками. Например, такой, как белорусский трамвай «Метелица». Он уже несколько месяцев проходит испытания на территории города. У нас запланировано приобретение 20 трамваев в этом году через субсидирование со стороны федерального регионального бюджета. Поэтому трамваи будут приобретаться, безусловно. Ваш трамвай нравится, как уже было отмечено, и водителям, и пассажиры отзываются. Ряд конструктивных улучшений, которые возможно будет осуществить, насколько я понял из выступления господина Массара, они возможны. Поэтому, конечно, есть возможность участия, наверное, в этом конкурсе. Белорусская фирма-производитель предлагает Самаре приобрести трамвай с большими скидками, как верному и многолетнему партнеру. Кроме того, белорусы рассматривают возможность строительства в Самаре ремонтной базы. Наша компания старается присутствовать во всех регионах и странах, куда поставляет свою технику. Таким образом, мы можем организовать рабочие места. Мы заинтересованы иметь здесь обученные кадры, способные обслуживать и налаживать технику. Если белорусская компания победит на конкурсной основе, уже к Новому году в Самару могут доставить комфортабельные машины, которые будут экономить электроэнергию и, соответственно, бюджетные деньги. Айгуль Зыганшина, Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов. События.